В эти выходные в областном центре творчества детей и юношества прошел вокальный конкурс «Звезды Приишимья». Больше сотни молодых певцов в течение 2 дней в разных номинациях и возрастных категориях боролись за звание лучшей звездочки Северного Казахстана. Как прошел конкурс, расскажет Илья Кудряков. Яркие, зажигательные и, главное, талантливые. Областной конкурс «Звезды Приишимья» проводит уже больше 20 лет. И с каждым разом побороться за звание лучших вокалистов приезжает все больше молодых, амбициозных и талантливых ребят. Соревнуются как в любительском направлении, так и в профессиональном. Эта сцена поможет начинающим артистам понять, готовы ли они к жизни звезд. Целью нашего конкурса является дальнейшее развитие вокального жанра, повышение исполнительского мастерства и, конечно же, развитие творческих способностей детей. Наш конкурс предоставляет возможность всем юным звездочкам Северного Приишимья испытать чувство успеха, попробовать себя на большой сцене. В нашем конкурсе принимают участие более 140 солистов в номинациях «Солист» и «Ансамбль». Одной из первых покорить жюри своим голосом и обаянием решила Елизавета Гайдарова. Учится она в 1-м классе в лицее «Лорд». Пением занимается с 4 лет и получается очень хорошо. Сегодня у Елизаветы дебют. До этого на большой сцене выступать ей не доводилось. Конечно, очень сильно волновалась, признается девочка. Но смогла взять себя в руки, выйти и спеть на всю сотню своих возможностей. Я пением занимаюсь уже с 4 лет. Ну, мне это понравилось просто потому, что когда-то в садике мы начали петь песни, мне очень понравилось себе петь, но я такая: мама, давай ты меня запишешь на вокал, чтобы я умела все лучше петь, но мама согласилась. Дальше попробовать свои силы на сцене решил Тамерлан Булат, ученик 3-го класса областной специализированной гимназии для одаренных детей имени Абудус Мухамбетова. Вокалом занимается чуть больше года, и у него сегодня также первое выступление на большой сцене. Мне очень нравится вокал, и у меня неплохо получается. Сегодня я показал все, на что способен, и думаю, что жюри это оценит. Конечно, рассчитываю победить в этом конкурсе. Было очень волнительно, но я справился и еще раз убедился, что не брошу пение. Большинство юных вокалистов в будущем планируют связать свою жизнь с пением, и эта сцена является своеобразным трамплином. Илья Кудряков, Урал Омренов, служба новостей.